Нацисты к войне готовятся. А бегут-то чего? А у них перед каждой войной кучу народу определяют в мутанты. Нафига? Кто в армию запишется, признают человеком. А лишние рты на улицу. Ну или на виселицу. Прибыли, значит. Ну что, это все или еще будут? Все. Как и договаривались, два состава. А как там наши из первого? Решили уже вопрос? Куда там? Ждем ответа. Начальнику уже плешь проели, но что поделаешь? Так может, вы пока там решают, нас пустите? Не, не пойдет. Не можем. Начальник запретил до выяснения. Ну хоть детишек. А родителей тут оставить? Нет уж, лучше подождите все. А первую группу уже пустили? Да куда их пустили? Сидят на запасном пути. Вас хоть на платформе оставить решили? Есть где размяться. Понятно. Значит так, вопрос с нашим размещением решают. Пока сказали ждать. А как же дети? Им же отдохнуть надо. Сколько нам здесь ждать? Да, сколько можно? Я больше не могу. Я в туалет хочу. Так, сказали ждать, значит ждать. Сколько нужно? Они нас и здесь найдут. Найдут. А тогда все, все пропало. У меня по новым меркам 2 сантиметров не хватает. Не найдут, не истери. Ушли чисто, погони нет. И вообще, подумаешь, 2 сантиметра. Тебе хорошо говорить. Тебе 2, тьфу. Записался в армию и образцовый ариец. А иждивенцев и за меньшее вешают. Ох, и надоели мне твои истерики. Надо было и вправду в армию записываться, а не с тобой бежать. Как же так? Столько лет жили, а теперь мы уроды? Как же так? Сколько раз такое уже было? Но почему? Почему именно мы? Каждый раз мерки все строже. Вот и наш черед пришел. Или ты думала, мы всех соседей пересидим? Нет, там скоро один фюрер останется. Как же мы жить теперь будем? Да уж найдем как. По крайней мере, череп каждый день мерить точно не станем. Ой, плохо мне. Воздуха не хватает. Отдышись, успокойся. Все хорошо. Все уже хорошо.